Смотри, какая карта. Смотрите, вы даже снимаете. Вон мы даже запустили летающего змея, он летает. Смотрите. Ух ты. Молодец. Вы мудрецы с Востока. Век первый пересекается с веком 21. Истинно так, вы говорите, мудрость, сэр. А сковородка вам зачем? Для опытов. Для опытов. Ну это же алхимик. Когда кушать хочется, жарить. Чему не притуманится, все золото. Все золото. Можете так говорить, пах. Пах. Всему свое время. И в этом вся мудрость велика. Интрига. Да, сковородка почти как у меня. Почти, но с первого века. Да. А тефаль же где? А будет тефаль после опытов? Это вы на память, да, свет? Да, на светлую память. Ютуб. Что? Ютуб не надо, чтобы там есть. Для того, чтобы поклониться многим, и мы знаем, что вы принесли золото, лада и серебро. Пожалуйста. Лиза, уже экскурсия, кстати, на фестивальном месте. Так, это что, у вас ювелиры здесь? Кто? У вас все, что мы будем так подводить, и людей общать. Падает все время, давайте я сниму. Давайте мы ее плаваем. Это добрый самарянин. Добрый самарянин. Самарянин. Нет, это общественная организация за свои средства. В мэрии таких денег нет. Мэрия, ну, у них денег. Сейчас будем говорить, сколько у них денег, но это следующий вопрос. Ну, это надо обсудить с новой политикой. У них деньги есть, но не для этого. Добавить ситуацию. А мы людям позитив делаем. Ой, это 100%. Хорошо, не вопрос. Вы что, думал, тебе подарили? Мы уже входим в сам Бетлеем. И мы можем увидеть приметников, которые... $100 это у нас купит, 2,5. ...которые жил в Вифлееме.